Вот, друзья, наши красавцы какие. Уже освоились в парке. А как и не освоиться, когда кто-то из нас приезжает в санаторий. Я надеюсь, друзья, что каждый из вас хоть раз побывал в санатории. Там очень быстро вливаешься в те условия, потому что это условия комфорта, спокойствия, радости. Так и Тайган. Он действительно санаторий, только не на 21 день, а для тех, кто сюда попадает, это уже в течение всей жизни. Вот как повезло Магде и Дженне, как повезло вот этим красавцам. Смотришь на них и действительно радуешься. Радуешься не только их виду, их красоте, их мощи, но и за них радуешься, что попали в Тайган, что теперь вот у них такой шикарный вольер с зеленью, с домиком, с отличным питанием, с прекрасным уходом. И, конечно, друзья, что еще, как говорится, пожелать? Здесь все для них. Все условия созданы, а нам остается только вот любоваться и порадоваться за них. Вот видите, они не привыкли, что в Тайгане идет такой вот контакт между посетителями и его питомцами. И поэтому не подходят. Но я думаю, скоро они поймут, что в парке Львов Тайган можно общаться с посетителями, можно подходить к ним. И посетители зачастую за это тоже балуют гостинцами. И, конечно же, львам разнообразят тем самым досуг. Хоть львы смогут спать много часов, и это их естественная, так сказать, привычная им, как говорится, жизнь. Но если есть такое вот развлечение, такая возможность, то почему бы и нет? Жизнь станет только интереснее от этого. Так что, друзья, всем привет от новичков Тайгана. Рады они вас всех будут видеть в гости. Ну или хотя бы вашим лайком к этому видео. Так что, друзья, давайте поддержим этих красавцев комментариями и своими лайками. Что ж, друзья, всем огромный привет из Тайгана. Ждем вам в гости. Всего доброго и самого наилучшего вам.